Сегодня у интернете можно найти информацию на об самом маленьким церковном приходе региона. Иншее питание, на кольки такие звездки цікавые корыстальникам, як увогуле треба рассказывать об церковном жите светскому читачу. Некольки годин у информации на моделе Гомельской епархии шла гутерка об гэтым. Отповедно теме обрали формат мероприемства. На интернет-сувязь с Гомелем вышла Москва, каб рассказать про свой опыт. Усяго удзелу форуме приняли каля 40 человек. Вы знаете, я пользуюсь всем. Пользуюсь интернетом, пользуюсь телевидением, выписываю газеты наши, тоже читаю все. Вот, потому что сегодня священнику нельзя заключиться в какой-то келье, обособиться, он должен знать. А тем паче руководителю он должен знать всю информацию, что происходит. Гомельская епархия на протягу 6 годов працует в интернете. Свои сторонки зараз мають усе приходы епархии. А это прикладно 150. Наступный крок освоить новые интернет-пляцовки. На сустрече отзначили, коли идти у социальные сетки, треба уличивать специфичную подачу материалу. Свое меркование об этом выказали представники церкви и журналисты. Часом размова переходила у дискуссию, але усе деле головной мыты. Знайсти способ, дякуючи якому церква сможет працавать у отповедности с технологичным прогрессом. Интернет допомагает, например, наладить связь с людьми, которые имеют обмежованные физические возможности. В церковь входят не все. В церковь входят не так часто. Молодежь, вот в 90-е, когда церковь только открыли, и такой был вот поток непознанного, незнаемого, сейчас происходит такое немножко охлаждение, скажем так. Вот. Но церковь не стоит на месте, и это и церковь не только для того, чтобы молиться. Очень много благотворительных мероприятий, чтобы об этом знало как можно больше людей. Для этой цели мы и работаем. С допомогой видеосувязи своим опытом информационной працы поделилась супрацовник Московской патриархии Евгения Жуковская. Как оказалось, у России супрацовництво церкви журналистов нельзя лечить эффективным. Для СМИ тема православия просто не цікавая. У нас иншая картина. Выданий телеканалов. Каналы готовы сотрудничать, больше за то, допомагать освоивать новые медиа. Ганна Ковалева, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».